О, мы находимся в особняке Айскрима. Да, мы находимся, давай проберемся туда. О, здравствуйте. Ну что, я вас съем, идите сюда. Друзья, поставьте лайк, они сейчас в беде, наши друзья в беде. О, заморожу и отправлю вас в свой особняк. О, кто поставил лайк? А, спасибо огромное за лайк. О, мы убегаем. Нет, надо быть осторожным, мы заберемся с заднего хода. Лайк стоит. Что происходит? Я улетаю в бездну. Нет. Фу, как вы поняли, это Rich Ice Cream. Вау, это просто фантастика. Сейчас вместе с тобой мы посмотрим. Давай зайдем в игру. Так, ё-моё, Gucci. Ха, куда мы приехали? Это что, завод Gucci Gang'a? Очуметь. Слышь, мороженщик, ща мы все проверим, друзья. Неси чайку, печенек. Прямо сейчас усаживайся поудобней. Сейчас мы узнаем все секреты этой фабрики. Мы заезжаем прямо внутрь. Я думаю посмотреть, что же, как и будет все это выглядеть. И сейчас мы увидим, как выглядит этот мороженщик. Закрывается ворота. И, конечно же, поднимает нас этот айскрим. Очуметь! Вы просто гляньте, какой-то миллиардер несет меня, Джея. Вау! Фантастика просто! Посмотрите, какие-то, получается, есть украшения, очень дорогие. Он живет в каком-то особняке. Для него эта фабрика — это особняк. И посмотрите, он несет нас, и несет нас к нашим друзьям. Пускай того они не хотят. Будем давить толстеньких дурачков. Джей, это ты? Чё происходит? Чё? Что за Майк? Смотрите на этого Чарли. Капец, они гастарбайтеры какие-то. Ну что, детишки? Да, рассказывай. Пропускаем. Спасаем наших друзей. Мы должны посмотреть каждую деталь этого мода. Мод Rich Ice Cream. И посмотрите, как выглядят его подчиненные маленькие мини-роды. Так, Чарли, как ты выглядишь? Очуметь. Ой-ой-ой-ой-ой. Майк, смотрите. Капец, они реально преобразились. Но нам не до этого. Нам нужно посмотреть на этого босса Бориса. Очуметь. Какой же у него... Какие же у него обои вообще? Смотрим. Борисенок. Давай, выходи. Так, смотрим. Очуметь! Центру... Ё-моё, чё за миллиардер? Ха, такое ощущение, как будто они на Мальдивах, знаете, отдыхают. Подходим к нему. Вау! Что у нас тут? Ай! О, игра возлагала. О, Шинокопоу! Ничего себе, маленький шкет! Давай не дури! Каждую комнату посмотрим. Заберем вот этот трофей. О, это просто фантастика. Ну, не видите ли вы, друзья? Не чудо ли это, друзья, а? Как он такой, Илон Маск? Открывай. Каждая комната. Реально, это Rich Ice Cream. Откуда, интересно, у него деньги вообще? И как он построил вместо фабрики себе такой особняк? Напиши комментарий, давай. Пиши, не ленись. И улицу тоже изменили. Фантастиш. Так, Ice Cream-то у нас тут нет? Он свой фургон переименовал, перекрасил на какой-то богатый фургон. Это же дряхлый друндулет. Давай поднимаемся наверх, пока его нет. Мы сейчас вентиляцию-то откроем, пройдем туда. Так, GGG или три шестерки. Очуметь! Это какой-то рэпер, кажется. А, я буду сейчас рэп читать. Лапас, лавандос, точек папирос. Что? Что он пел, ё-моё, не пойму. Напас, лавандос, точка папирос. Ой, ладно, буду машину делать. О, отлично. Тачку заделаем. Продемонстрирую вам нижний этаж, точнее проход через вентиляцию. И тут смотрите, какие у нас локации. Очуметь-то он сделал, посмотрите как. Это же просто невероятные обои. Да я в шоке, конечно. Зайдем сюда. Давайте моцик посмотрим. Моцик золотой. Ну вообще. Ты мороженщик даешь. Что у нас тут еще? Очень богатые получаются обои. Так, трофей, лафей.
Ага. Ёлы-моёлы. Каждую деталь изменили. Что у нас тут? Это же у нас комната. А, точняк, отсюда выбираться можем. Ага, все супер. И тут у нас комната с оружием. Окей. Тут всякие радуга и так далее. Как богатый этот связан с радугами и так далее. И детишками, детишными вещами. Ой, что меня поймал-то, я не пойму. Капец, он резко вылез, да? Что это такое? Трофей? Как он тут оказался? Не пойму. Так, смотрим. Вау. Посмотрите. Айскрим. Фантастика. Воу, смотрите, уборщик миллиардера. Они тут сделали невероятный ремонт. Я не ожидал. Слышь, маленький шкет, держи. На тебе, вонючий шкет. Супер. Но только у меня уже закончились пушки. Ух ты, смотрите. Очуметь, даже маленький экскиз изменил. Мороженщик-то, глянь. То есть тут даже есть такие текстуры. Вау. Надо же, не поленился. У нас тут есть проход. Получается, в секретное, как бы, большое мороженое. Тоже там все изменено. Туда забраться не так уж и просто. Тут у нас проход. Ой. Что-то как-то вообще. Вот тут у нас секретная комната. Кстати, шкафчики мы можем открывать. И прятаться за ними. Ага. Ну, в принципе, друзья, ну как бы... Я в шокендре. Комната с оружием. Прикольно. Как выглядит мороженщик? Сейчас посмотрим. Эй, Рот, давай поднимайся сюда. И раз. А, что происходит? Кто потревожил миллиардера? Рэпера. Gucci Gang, Gucci Gang. Ё-моё. Миллиардер-рэпер, успокойтесь, пожалуйста. Так. Смотрите. Мы его обманули. Ёшкин кот, он за мной бежит. Я тебя сейчас на золото пущу. Из себя золото сделаю. Чего? Ты слышишь, успокойся, ты что такое дуралей-то, не пойму. Так, подожди, я хочу сделать баг. И не получается, блин. Так. О! Смотрите, заморозил меня. Заморозка у него обычная. Я-то думал, будет золотая. Блин, поймал меня гад вонючий. Ладно, ничего страшного. Посмотрим концовку, друзья, а? Давайте глянем концовку. Как это все будет выглядеть? Так, он за мной бегает, шкет. Давай, давай, бегай. Так, отлично, молодец. Так, он меня заморозил, хорошо. Сейчас этот айскрим подбежит сюда. И мы посмотрим концовочку и узнаем, в чем же секрет. Отсюда мы можем выйти, кстати. Так, мороженщик. Я тут, чувак. О, отлично. Так. Ах ты, поймал меня, вот же гад, а. Вонючка. Ладно, смотрим концовку. Что будет, если я буду лежать? Давайте полежим. Все равно айскрим сейчас сюда пройдет. Давай, лежим. Чтобы восстановиться, коснись экран несколько раз. Просто полежим, посмотрим, что же будет. Мороженщик сейчас прибежит и заморозит нас по-любому. Смотрите на правую часть. Мороженщик, камон, сюда. И мы сейчас посмотрим, кстати, концовку. Давай, 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 давай. Что? Все-таки поймал меня. А, чуметь, что произошло? Там еще маленький шкет. О, смотрите, холодильник изменили. Они даже каждую деталь сделали ремонтик. Game over, очуметь. Короче, друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно ставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик. Все, с вами был я, Игорь. Всем удачи, всем добра, всем спасибо, всем хорошего, делайте добро. Никогда не забывайте, всем спасибо, всем пока-пока.